это я понимаю, день рождения. Есть танцы, есть катание, есть кум. Твою мать, сняли! Фух, ну сделал, по-братски. Это вот разминка, уже разрыповка. Не... Сегодня у нас программа от первого лица, и поснимаем ребят на затоне. Красава! Решил сегодня попробовать снимать от первого лица на вот такое крепление. Сейчас установлю и поделаю трючки. Это что вообще было? Ни о чем, братан. Так, подождите, а что вы делаете? Там еще Андрюха есть, дайте Андрюхе попробовать. Нормально. Малой, ты что? Нормально, тут оператор собралось. Нормальная тусовка, да? Разработка. Давай, 8 тебе. Сколько? 6. Почему? За то, что... Прости, братан. Хотел сказать 8, но он уеб... Ну, давайте давай, без мата. Давай. Нет, все, больше не будет. Вот давай. Это, смотри, заявку побил. Ну, сорвалось. Минус, минус. 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 Все, отнимаем. Все. Давай пару слов. Восемь за смену. Шесть. Это просто рыболов, чувак. Тупо рыболов. Он ловить нечего, я так понимаю. Вот твои крылья. Сколько? Девять. Не дотянул чуть. Пойдем, короче, поздравим Сашу с днем рождения. Он чемпион. Ух! Саня, не пулит пальмочкой, не в рождении. Сандро! О, здорово! Здорово, Александр! Да вот ты исполнил, блядь! Мы его ждали! Мы тут столько оценок ставим без тебя, братан! 12, блядь! 12 только за то, что он пришел, правильно? Бля, простите, что я опоздал, я мудак. Нет. Движение. Поздравление называется. Это твой день, можешь оплатить. Что сделал? Йоу. Йоу. Woo!
на все 20, братан. Нет, я мечтал 13. Нет, вот он на 13, 11, а с плюсом 11. Ну, спасибо, что не с минусом. Да, да, респект. Поехали, друг за другом по випу. Поехали. Зацепился. Ебать, братан, чуть не убил. Разминочка? Да, блядь. Упал жестко, спина болит. Ничего, ничего. Это ебало болезнь. Да, чувак. Это ни о чем. Я же вам говорил, пацаны, я 10 лет вам говорил, тот самый, что ваши самокаты ни о чем. Каждый божий день надо кататься на велике, братан. Надо кататься. Че, это я на стиле очки одел. На море катался? На море купался. Нет, нет. Катался. Че, Роман, как тебе данная атмосфера? Отлично, просто потрясающе. Зачем ты на Ванессе закрыл? Празднуешь праздник велосипедиста? Конечно, да. Чуть меньше скорости, но по первому делу. Сними, какие велики, ё-моё. Вообще своя сказка. Ой, какие велосипеды. С ума сойдёшь, бля. Это что за брак? Обращай внимание. Просто цель. Сборная солянка. Стороннее движение, конечно. Вот так дал, а? Вот это дал, братан. Видос или нет? Да, да. А, чёрт, да, он еще да. В тех же шмотках. Да ему 69 лет. 69? Да, ну ему не 69. 69. Ну, 60, не, 64 ему что-то такое. 64? 65. Оля, ты помнишь, я просто раз... Блин, чуваки, помнишь? Я вот здесь уеб... Это он был, я его сам не видел. Нормально плечо не болит? Ну, уже неделя-две. Хорошо, да? Неделя-две. Так это было 5 дней назад. Ну, 5 дней, мне по***ть. Дней. Ну ничего, дедок живой, все нормально. Я покажу видео, где он упал.
Фристайл. Фристайла. Ля! Че скажешь? Я в ахуе. Что вот так сделали, а? Давай. Опа, опа, опа. А вот это вот разминка, уже разрыбовка, не детская. Посмотрите на этот специфический стиль. Называется волна. А я никого. Не, никого, это волна стиль. Вот так вот, а? Пошел, пошел. Хасан, вовсю просто. Вот так вот. Воу, 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 воу. Вот это разрыповка настоящая. Вот это разрыповка. Вот ты пиндосом всем показал только что, красава. Вот так, пацаны, не так страшна война, как русские солдаты. Жена говорит, ты себя угробляешь, блядь. Тебе сносу бы не было, если, блядь, ты, блядь, не пил. В какой физической форме-то пребываешь? Клянусь, вот 65. Мне 65 годов. Не веришь? Я тебе клянусь. Ну, судя по отжиманиям, точно не верю. 30. 60. Девчонки, сколько лет? Ему. Ну, примерно. Ну, примерно. Ну, примерно. Ну, примерно. Сколько годов? Вот 65. Видишь, он 20 раз отжимается. 65. Смотри. Вот он, самец. Вот он, самец. Вот он, а? Смотрите, когда ты с девчонками знакомишься. Все, пойдем. Пойдем. Красава. Все, показал. Все, можно дальше. Пойдем дальше. Все, пойдем, пойдем. Че, вроде все, брат? Пух, ну сделай, побрат. Все сделал, красавчик. Респект. Ух, ну такого не бывает. Оценку, оценку. Оценку. 16. Да, 15. Ух, от души. Ну что, друзья, как вам Александр Федорович? Свои 65 лет так мощно раздает, отжимается и удивляет нас, ребят. Если понравилось данное видео, обязательно напишите лайк, поставьте комментарий. Вот, я уже что-то замонтировался. В общем, всем спасибо за просмотр, всем пока, увидимся в следующих сериях. Не забывайте подписаться, обязательно. Вот там где-то кнопка, подпишитесь.